После обращения в травмбольницу у меня диагностировали ушиб правого коленного сустава, аули, гематомы и ушиб мягких тканей лица. По заключению сотрудников ГАИ, виновником признали водителя троллейбуса номер 619 Дашкова Юрия Вячеславовича. Пошел третий месяц, автотранспортное предприятие не поинтересовалось состоянием здоровья матери и детей. Компенсацию за материальный и моральный вред не предлагали.